Это задание гораздо опаснее всего, с чем вы сталкивались ранее. Мы идем в пасть врага, штаб-квартиру Блэквуд. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Вы должны взять его живым или мертвым. Не дайте ему уйти. Кидаю гранату! Система безопасности вырубила лифт. Придется зачищать этаж за этажом и взламывать коды доступа. Я дам знать, когда мы будем готовы. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Площадки, пока вертушка не приземлилась. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Снял стрелка. Продолжаем движение. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Стрелок убит! Пошли, пошли! Стрелок мертв! Идем дальше! Нейтрализован! Вперед! Давайте к лифту! Давайте к лифту!
серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выводим из них что-нибудь важное. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Помогу. Спасибо, стой на месте. Дружище. Забирайтесь в долбанный лифт. Давай, пошли. Граната! Держи, Зак, я помогу тебе. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Следуй за мной!
сломали защиту. Давайте. Стой на месте. Спасибо. Держимся вместе. Давай, пошли. Элис была старшим аналитиком в лондонском банке Brayman Brothers. После падения фондовых рынков Элис и ее семья, как и несколько тысяч других людей, просто исчезли. Постаралась некая радикальная партия правосудия. Люди, потерявшие все свои деньги, открыли на банкиров настоящую охоту. Мне почти стало жаль Урсулу. Почти. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Следуй за мной! Даже представить не могу, что случилось с ней и другими работниками Brayman. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Элис. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Точка. Боезапас пополнен.
настоящий лидер, в этом нет сомнений. Но все, во что она верит, это всемогущий доллар. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным влиянием, но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Этот человек – наша цель. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Внимание, отряд! У меня для вас важное сообщение. Командующий Warbase генерал Ли Уортон с этого момента лично возглавит операцию. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Генерал Уортон на связи. Я горжусь вами, бойцы. Вы проделали чертовски трудный путь и показали этим наемникам, что значит быть настоящим солдатом.
Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Сейчас не в этом здании. Я уже имел удовольствие встречаться с ней, когда она только затеяла создание Блэквуд. Тогда они были всего лишь кучкой мелких бандитов, промышлявших в странах третьего мира. Они и сейчас ими остаются, но с тех пор отрастили зубы. Надо было прихлопнуть их, когда у меня была такая возможность. Мне нужно... Будь рядом! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Пути домой. Так держать.
серьезно, я помогу тебе. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Немного. Код почти у нас. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Давай за мной! Будь рядом! Выдвигаемся! Мы получили код доступа! Вперед! Нам удалось расшифровать некоторые письма Элис. Личность цели подтверждена. Мы считаем, что это человек с монетой собственной персоной. Его имя Оберон Уайт. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Я помогу тебе!
30 секунд, и мы в игре. Джек или, например, Родер. Я бы даже свою собаку не назвал Оберон. А я ненавижу свою собаку. В любом случае, он нужен мне живым, мертвым или, если хотите, полумертвым. Мы не можем его упустить. Он слишком часто ускользал от нас. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Рядом. Выдвигай. Оставайся со мной. Дайте патроны. Лифт включен. Давай, пошли. Мистер Уайт никогда не появляется на публике. По нашим данным, в 9 лет у него был диагностирован аутизм, но при этом наблюдался чрезвычайно высокий уровень интеллекта. Его считают гением. У нас мало информации об этом человеке, но пока все сходится. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Продолжаем движение.
еще немного. Ход почти у нас. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Переходите на следующий этаж. Переходите на следующий этаж. Вы почти на месте. Похоже, Блэквуд собирается бросить против вас спецназ. Не дайте им помешать операции. Вы должны добраться до Уайта. Без него Блэквуд станет волком, потерявшим зубы. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Последний этаж. Вертолетная площадка прямо над вами. Уничтожьте всех, кто попытается вам помешать. Будь рядом! Выдвигаемся! Следуй за мной!
Вот и все. Теперь найдите этого мерзавца. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополним. Вон он, в вертолете! Чёртов лайк! Не дайте ему уйти! Хватайте гранатометы! Пробейтесь гранатометом! Быстрее! Отличный выстрел! Сдохни, Аберон! Солдаты, вы получили невыполнимое задание и с честью справились с ним! Мы пытались добраться до Аберона. Секунду. Оставайтесь на связи. Спасибо. Мне только что сообщили, что Урсула хочет взорвать свое собственное здание. Эта старая ведьма совсем съехала с катушек. Немедленно убирайтесь оттуда. В лифт. Бегом!